Сейчас мы с тобой приготовим салат из белокочанной капусты. Мне понадобится вот не вся головка, это очень много. Я отрежу вот так, Примерно наверное, половину. половинку. Это где-то около килограмма, наверное, мне нужно будет. Да, здесь около килограмма. Вот эту меньшую ее часть возьмем, это уберем. Это на одну порцию или на сколько порций? А, на чашку, на одну чашку. Да, на одну чашку. И нужно мне ее пошинковать. Шинковать я ее буду вот таким ножом. Но если такого ножа нету, или ты не умеешь, а ты, наверное, не умеешь таким Можно обычным, бросать, если что. запросто, обычным. Но желательно, чтобы мелкая-мелкая соломка была. Вот если этим ножом резать, он у меня такой уже видал виды, это еще мама мне покупала. Вот смотри, видишь, какая соломка тоненькая получается. Да, Видишь? хороший нож. Тоненькая-тоненькая. Этот У него нож, сразу два лезвия. да, два лезвия и вот. Смотри, какая получается соломка хорошая. Да, отлично. Это вот квасить капусту, очень хороший нож для этого. В общем, так, мы нарезаем вот эту капусту вот такой соломкой. Ты понял, да? Капусту теперь мне нужно посолить. Солю ее. Это обычная соль. Нет, морская соль. Я все салаты люблю заправлять морской солью. Все, посолила. И мне нужно ее хорошенько помять. А мять для чего вообще? Мять, а вот смотри, она моментально уменьшается в размере, она дает сок и становится такая вот более нежная. А, Пока то есть... мы остальные овощи порежем, она уже будет такая вот мягенькая, Более сочная. мягкая. Да. Вот для этого, в принципе, ее мять и нужно. Вот даже ее сейчас уже видно, она такая податливая стала, не торчит. Менее грубая Да, такая. менее грубая. Немножко я добавлю сахара, чайную ложку. Вот. Чайная ложечка. Здесь у меня 2 столовых ложки яблочного уксуса. Тоже я вот так ее полью. И опять все это вот так помну. Эта капуста у меня будет мариноваться. Вот в этом уксусе. Это да, это такой уже маринад получается. Все, капусту отставляю я и продолжаем нарезать следующие овощи. Морковь я натираю вот на такой терке для корейской моркови. А вообще можно на любой терке, да? Или просто так Мне удобнее? так удобнее, да. Ну, понятно. Режу лук, шалот это у меня вот такими полукольцами. Вот Такими мелкими мелкими кусочками. полукольцами маленькими. Так весь лучок режем. Перец тоже нужно нарезать соломкой. Яблочко нужно порезать соломкой. Чистить я его не буду, оно и так такое красивое. То есть кожуру не надо Не снимать. нужно. Режу соломку. Вот видишь, какая получилась соломка. То есть такая мелкая Тоненькая. соломка, Миленькая, да? да, соломка такая. Тоже ее все это отправляем в салатик. Режем зелень. Зелень это петрушка, да, или Да, что это? петрушка и укроп. Понятно. И, собственно говоря, у нас салат-то уже и готов. Почти Все, готов. да, зелень режем, к салатику его. Наливаю 4 столовых ложки масла в салат. Растительное. Да, это растительное подсолнечное масло. Все его хорошенечко перемешаем. Вот такой салат получился. Витаминный, вкусный, красивый. И он еще постоять должен, Да, да? он должен постоять минут, ну, 5-10. Он настоится и станет, он уже более, такой более мягкий стал. Видишь, капуста, когда соленая постояла. А так он вообще станет То такой есть он весь, маслом пропитаться да, еще весь должен. пропитается маслом и такой маринованный будет. Очень вкусный такой салатик. Все.